Shift BLE. Нажми V, у тебя все включатся эти хп-бары. Все, видишь, никого рядом нет, бей. Если есть, лучше не бей, потому что ты, ну, больше вреда принесешь. Да, морники дайте. ДК в любом случае не кидает, что радиус большой. И 4-4 шп не кидает. Так, все, все тут, бафы все есть. Так, капитан. Сразу скинешь подаван. Прожимку свою, как начнется бой. Курон начнем получать. Так, ну все, даю отчет и поехали. Также притягиваем. Блядь, где он отчет, ебаный? 5, 4, 3, 2. Танки, залетайте. Жбух притягиваю. Тут два хватит притяжки. Давайте, все, поехали. Степанида, ты прохилишь танков? Да, Степанида, беги туда, хиль. Ну, только максимально хорошо держись. Я там не усвалил. Облачко в тебя играю. Прибежали сюда, ну, быстрее, да, Майтнери сейчас развалится. Где Майтнери, не вижу его. Там и пойди. Добивайте. Потом в крест притягивайте, крест бежите. Диспельм. Жбух, с себя притяжка в крест. Притягивая уже. Все, поехали в крест играть. Оболочка, облачко в тебя играет. Еще тучку нажимает, там бегает. Фир, нажмите фир. Масса. Бегает шокол, старайтесь его контролировать. Там стан, не стан. Масс, фиры, контроли скидываем. Массы не бьем. Что там, крест убили? Не вижу. Ага, вижу, вот половина еще. Облачко, блядь, похит. Че оболочка мне хочет сказать? Бейте касты, каст. Основной цели, сбейте, чего вы смотрите? Я не должен об этом говорить, мы уже сами бить касты. Дайте боб, по это там. Шаман, хил, Аршам. Ну, сейчас атмосферский. Спасибо. Потом в ром поиграете, если добили чайный крест. Стан, нет, стана понял. Масфир, если есть, скидывайте. Цели свои не забывайте контролить. У меня играют. Раз. Меня убили. БР, да, Эрдру? Чтобы... В него играет сейчас. Все отлично. Хорошо. Масферы. Не забываем, что там по цели добиваете, если. Потом в Вилану сыграем. Тычка убегает. Отлично. Не, потом. Бля, убили. Потом в дроле лучше сыграем. Дроли я поставил метку. Добивайте крест. Меня еще нет, Валера, похоржишь. Добивайте. Ой, крест. Я, блядь, к сожалению, оп. Полностью диспелю, избиваю косты. Меня подняли, не по диспелю. Опять меня играют, заебали. Чей ДК? Ой, чей? Да, ДК. Блять, ну зачем циклон? Не давайте в основную цель циклон. Пиздля. Масферы подбегите, дайте, если есть. Я заебал этот ДК уже меня. Вместе с Варом бегают за мной, когда он еще, блядь. Беги. Да я пытаюсь, но мне ебать контроля сколько. Энимо, у тебя БР остался. Все, спасибо. Самула играть. Скидывай БР, если есть в эти перед. У кого есть БР? Дим на ману даю.
облачко за тобой бегает. Добивайте, потом Антара сыграем. Ебать, мы все встали, хорошо. Играем ближайшую шокола. Заебись, Рога вообще танчится охуенно. Не спойму. Еще ДК есть? Ну, Вилан это хил. ДКшку за контрольки. Он стоит, бьет Лока. Ну, Лока пойти может. Может, он отошел. ДК-то за ним бежит. А что и фармить не? Да все может. Поехали в тире. Че, ну пусть подводится, зальем двоих. Да ладно, я подводи, в принципе. Пока дойдет, мы уже убьем его там. Сейчас прыгнет кому-то в спину. Тебе. Ну да, чувствую эту хуйню. Броню на себя навесил? Да, нет. Ой, ему почти лям снес. Ёбаный ты, блядь, сука. Рок, иди нахуй. Чисто, знаешь, пиздят. Тире просто на заднем фоне приз бегает от Роги. Классическая просто БГ. War Charge или это. ДК грипп. На БГ ходить не надо. Где-то на заднем фоне. Свои игры сзади. Да, а Рок насилует этот момент приста. Мы специально раз бэкнули, чтобы у это подождать. Да. Так было задумано, я так и поняла, смотря стрим. Без Войда бы не затащили. А, вот это говнище. Остолок, чётко. Ролики сферу. Сотка. Рольте трофей. О, заберешь все-таки свой? А нет, не заберешь. Сука. Мэтнери и хожевой снег, киньте еще раз. Ебать у вас там роллы, вы че? Чего съели? Чисто жирный, блядь, не сворят даже. Сотки, пацаны, летят. Ну, не три сотки, конечно. Какую продать, если тебе не нужно? Роли, там, Элли, шаман, хилы, там, все. А, у нас только один шаман. Не надо, наверное, там. Бать, ты одеваешься.
пиздец. Если ты действительно тебе не надо, то лучше отдай его. Смотри, зачем ты не даешь? Мы так и тэшки можем раздавать. Надо, ролл да, кидай, я выиграл ролл, я спи второй. Хожу во сне, отдай ему, если ему надо. С ним не надо Ганнибала отдать. Парольте кольцо. В смысле под Иваном Анхоли, вы что, с ума сошли, блядь? Я был второй парол, алло. Второй был этот. Второй хожу во сне был. Кольцо на ловкость больше никому не надо. Все, значит, забирают шаман. Я хожу во сне, да? Не пизди, что тебе ничего не падает, кстати, потом лунки. Такие же, блядь. Там отдали трофей? Хожу во сне, отдали тебе? Да. А плащик забрал. Бля, я даже отходите, тотемы убираете, Валик запустил. Тотем, ага, отходите. Мэтнери, отходи. Ну, оставайся в танке, Мэтнери, половишь сверху. Что забрал? Плащик, я не помню, кто же забрал. Эскалор. Эскалор забрал, да. Если эскалору не надо, отдай второй был Степанида. Ролл. Да. Ну, бразилец полови. С правой стороны, получается, от черной. А Мэтнери с левой стороны от черной полови. Берите белую сферу, ходите к темной. Сейчас поставлю метки. Рыбу не буду ставить ради себя одного, по-моему, я один падал. А, нет, настрою я. Падал. Ну, похуй. Сейчас поставлю, говори. Кушайте рыбу. Там аура. Ролли? Да. Белл, да, сука, дадим... можешь ты дальше сесть от рыбы, блядь? Нельзя тыкнуть в нее из-за тебя. Да это ну, из-за белой. Сейчас отойдут, ничего страшного. Покушаем. Белл, дадим, когда будет 100 стаков, когда наберется мощь. Да, кильнем, можешь не перепивать ничего. Все, подходите, все, кто поел, попил, в туалет сходил. Бафы свои смотрите. Эскалор, Степанида. Мэтнери, ты что спишь? Бери черную. Да, бери черную, Мэтнери. Ты ловишь противоположный нам, то есть если мы поменяем, ты тоже поменяешь. Встаньте в метку, когда будет смена цвета, никто не забегает туда, вот в темную сущность. Дайте другим тоже тыкнуть. Все, даю отсчет, там танки, сами знаете, да, кого вы держите. И поехали. 5, 4, 3, 2. Я насчитал. Сейчас ХПС будет. Разились, ну, ну ладно, поменялись местами, ничего страшного. Все, вы только темные сферы ловите. Выхилите, вот. Ты белые не ловите, вот кто ловит сферы, вы не ловите те сферы, которые влетают в нас. Они вас дамажат, а нам баф не дают. Вы ловите только своего цвета, который на вас. ДБМ на ему скоро смена цвета будет. Ну, скажу способность скоро. Поменяли цвет на темный. Намажем белое. Ставим метку. Бля, взять проблематично. Ну, отходите, те, кто уже взял. Стоим с бейка, сбейте любое. Ага. Нажми айсбаунд и побежали. Побежали, перебегаем. Поменяйте те, кто ловит сферы на... Что там, на белый? На белую. Те, кто ловит белую, те, кто дамажит и хилит, и с черной. Че, мне мана села, заебись. Ну что, урон не влетает. Урон отключился. А прохилим бразильца. Все нормально, стоим дальше, дамажим. Прохилите только те, кто со сверками. А чё? Странно, почему танк не получал урон? Может быть, взял, но я оверхилил жестко. Я знаю. Ну, ничего страшного. А, вилки? Красавчик.
Ну вот все-таки ловят, да. Мана заканчивается. Скоро спецспособность через 5 минут. Ставьте темп. Через 5 секунд ждем. Поменяли на светлое. Поменяли на светлое. Кто не поменял, тут лох. Кто не поменял на светлое, поменяйте. Да, Геру. Да. Побежали, перебегаем. Нормально лужи кинули. Все, отлично, добиваем. Сейчас бьем в темную. Если что, если вдруг кто не поменял цель. Дамажим. Хожу во сне, собьешь? А, у меня красненький горит. Третий любой. Ага, отлично. Пожалуйста. Отлично. Гимна мана дает? Давай. Чтоб лох упс, куда тебе мана не будет? Да, топовый геймплей. Цепнуха, цепнуха. Хуйня, 20 тысяч. ДПС. Без меня бы столько не дал. Рольте сферу. Что, выбор не упал? Не упал, все нормально. Все пароль. Да. Коба, эскалор, киньте еще раз ролл. Коба. Сука, на один больше. У кого есть партняга, ролять, ну, блять, у всех есть. Ой, нет, тут не дамажит. Угу. Первый раз я этот пояс вижу, пароль, кожаный пояс, ловкость. Угу. Друль, рок, вам не надо? На него все кинулись. Ну, он реально его первый раз вижу. Хант, Энг, пароль. Что тебе? Нет, Рпалы его не заберут. Надис разра. А, ну да, тут только Надис. Надис энчант, роль. Даже на успех, блядь, не пароль, что говно. Так. Трофей рольте, кому нужен? Ганнибал, заебал, ты прям стараешься. Я запускаю? Да, можно. Да, вообще машина. Говорю, кидай. Тут ты хочешь сказать, что один, то есть танк танканет, а два не смогут. Просто смысла нету в двух. То есть мы будем шаклить одного? Ну да. Так же, как десятки делать. Не знаю, если у второго танка не очень дедоспект, мне кажется, профиль. Ну, 5000 он даст. Это больше, чем если я не буду свечиться. Ты все равно ДЦшка. Подаван, что, как, нормально все остановилось? Подаван? У подавана все заебись. Ну, отлично. Дебафуйте, спейте фласки и... Да Войт отлетал. А, Войт отлетал, ну а подаван. Подаван, ты чё нервничаешь? Кто нервничает? Расслабься. Так, посмотрите на баф свой, всё у вас есть. Он просто не привык быть самым маленьким по росту в рейде. А чё у нас? Мишка по-прежнему с ДК танки. Мишка, он спекнулся же, у него просто шмота, видимо, немного. 48 косарей. Я себе там... Мишка, а чё ты не спекнулся? Спекнулся. А, всё, я понял. Он уже написал, шмота почти нет. Ну, если шо, хватает там, если вдруг нужна будет помощь, хватает же. Короче, скоробев не забываем на перефазе бить. Боба, не... Если бы была одна по шмоту.
бопы давайте, только если на вас метка, то есть на паладина кого-то летит, дайте сами себе боп. Так ничего не надо давать, чтобы народ не тупил. Пусть забегают все на сферу, сфер достаточно в обычке. Вот, все разбиваем, бегаем, куда я говорю, бьем мелких. Подходят, когда нерубы, эти копатели ебаные, его притягивают. Заливаю максимально по фокусу. Я буду шакрить дальнему, как десятки, все подаван делаем. И все. Давайте еще раз проверю. Поехали. Истабаф, да? Ты заебал, зачем? Он же был у всех, никто не умирал. У меня нет. Поставишь волю защиту от сил природы? Конечно. Ну, сейчас-то не имею. Ну что, все готовы, даю отчет и поехали. А, я же вообще не дамажу, я же хил, так что мне похуй. Нет. Тем более. А я че? 5, 4, 3, 2, 1. Локал, где ты, блядь, локал? Бразилец сферы побьешь? Забыл сказать, что-то совсем охуел. Он же сбил. Наверное, он. Все, вышли мобы. Похиливайте, главное, метки. Заливайте мобы. Второго тащу, притянешь, упал. Ой, танк притягиваю. Ну или так забегаю, да? Хорошо. Он холи, что ли, притянул, получил плюху. Вторую же плюху получил. У тебя осталось? Подаван у тебя осталось притяжка? Да, да, да. Отлично. Вышли жуки. Забивайте жука. Ничего, уводить никуда босса не надо, бейте. Забьем сферу лишнюю. Притягиваю. А, добивайте быстрее этого моба, уже новый пришел. Все отлично. Надо на той стороне у воды сбить сферу. Да, сбиваю, бразилец. Добивайте моба и убегаем. Добивайте скорее. Все, убегаем к воде. Варлок, успеешь на воду? Успеешь, давай. Остальные в начало бегут. По шипам забили. Харшам. Ой, этот. Хардру резнику. Остался с меткой, кто ж бух. Остальные к воде убежали. Только не по шипам бежим. Бьем с корабля. Ко, вставай. Дюша, ну ты чё? Ты понимаешь, что резнул? Но все равно осторожно. Варлок на тебе. Вот варлок. Остальные в начало. И он. Все, отлично. Бразилис, не спи. Ждем в начале. Очень далеко убегайте, он сейчас выкопается. Вы там это, ребят, урон дохуя не лутаете. Бразилис на себе. Печки. Что, прожмешься? Нет, ну разбивай, что-то, что-то он долго. Хорош. Блять, и выкопался. Ну ладно, забирай там. Ну, с корабля сидите под босса. Залейте их точечно, чтобы они дебаф не вешали. Заливайте. А, вышли жуки. Забираю жука ближайшего. Бейте жука. Скоробеев, что там не добили? Попритягивайте их, скиньте себя, грош, чтобы они убежали в мелизон. Нужно убить обязательно. Он холи притянешь жука, когда этого добьете. Притягивай, но... Жень, ты можешь чуть-чуть подойти поближе к рейду? Да. Это... Цепнуха в тебя нихуя не рикошетит. Не кастуй в меня. Она не рикошетит, говорю, в тебя, от остальных. Ты под меткой. Был. Понял, хорошо. Вышли копатели. Со сферами не забудь так. С одного за контролем, забирай второго. В начале, где набили босса, уже сбита сфера, если что. Угу, туда еще убежим. Забивайте быстрее. Перетяни подаван второго. Забивайте скорее. Очень медленно забивайте мобов. Важно у них сыграть фокусом. Дадите стану. Ага, красавчики. Все, убегайте. Милики уже убегаете. Милики убегают. Все, Степанида, дашь на себя боб? Хорошо. Все, у воды есть что-то? Все, воды вон сбили.
Бейте в воду, бейте по тих скоробе. Больше одного не нагревайте лучше. Бейте по одной цели. Ну, два максимум. Энима, на тебе. Не надо там спринты, не спринты. А нихуя, есть боб? На тебе, Валер. А есть боб? Забегай, забегай. Нахуя, ну ладно. Не надо ни хибоба давать. Ждем в начале сбить, он сбит в начале. Ой, на тебе, ну, сам знаешь, что нужно. Чуть рановато ты сильно ткнул. Страшно. Сфера вот ближе к воде. Варлок на тебе. Разбивайте последнюю и все. Душня, он вылез, не разбили. Все, сводить с корабля, сведите, сидите, прям забегите, артедешеры, хилы, все сбегите в центр. Залейте массу, убейте. Сведите, сведите с корабля. Еще раз говорю, вышли мобы. Забивайте уже ближайшие. Сейчас стоит с корабля на ауте, но он не подходит. Второго анхоля забираем его. А уже этого гриппает. Ну, гриппай танк тогда. У тебя должен откатиться на вторую пачку. У нас что, один анхолидыка? Ну, я им доверяю просто. Понятно. И как человека умаслить легко. Вышли моба, забивайте прям под босса. Забирай второго, убьем сразу двоих, я дам тебе зубы. На больших стаках. Прохиливайте его. Набивайте быстрее фокусом первого, который пришел. Все, набивайте второго. Сдай прожимки. Да. Че, еще раз побегаем? Ну, побегаем. А что остается? Ну, сейчас надо будет с бобами сыграть. Ну, сбивайте сферы, если одна останется уже. Маг, нет, Кво на тебе. Бегай к сфере. Беги, беги, успеешь добежать. Боб, беги, боб, беги, дайте ему. Отлично. Хорошо, дали боб, сразу не забегай. Останется, когда там 3 секунды забежишь. У кого-то бобы остались, все, киньте плюсик, остались. Ауди. Вот фарлок на тебя. Дашь боб ему? Дашь вот фарлок ауди? Все, дали. Ну, рано, конечно, ладно, лучше так, чем никак. Орд, ДК, ты че просто стоишь, бей мозгов? На момент, ебать. Еще есть вот в начале сферы, разбивайте унди, унди на тебя. Нажмешь тучку, то есть где к тебе близко подходит, нажимаешь тучку, еще можешь там секунду-две потерпеть. Ты сильно далеко убежал, ты видишь где сфера? Беги к сфере, да. Скорее. Тебе еще и боб дали. Беги заводи, к сфере, все нормально вылезло. Заводить на сферу, с корабля подойдите под босс. Нужно слить с корабля, это лишний дебаф. Переводите босса, сейчас выйдут мобы, все равно их убьем, пиздец. Я одного могу. А, вышли мобы. Мобов притягивайте. Вот это ближайшее. Забиваете ногами. Моба сыграйте. Сыграйте прям моба точно. Вы Геру, да? Переводим? Да, Геру. Второго моба заберите. Тоже убьем его на всякий случай. Пиздом. Поехали. Прихиливайте. Майс баунт, если есть, сразу скидывай. Дюша умер. БР анима скинь, Дюша. Скидывай БР. Анима, все, давайте, прохиливаем. Тотем не забудь, бля. Уже стоит. Все, отлично. Живость нет, ты можешь на хосту поставить. Я поставил природу. Живость не прохиливайте. Поднял. Пал, старайся на метках на танке сидеть, будет вообще пушка. А дайте иннер Дюша, то у него вообще иннера нет. Ну, мана нет. На ману дал ему. Тоже поставил. Блять, у него там ману уже 70%. Хорошо, хорошо, набиваем. Облачко нажми, масхил. Да не надо, мы вообще отлично вернем. Ничего страшного, жми. Никто не умрет от этого. Все, красавчики.
Рвали депу. Я не мог нажать, у меня мало. Оба еха. Ты еще там с копейками. А у кого кожевничество есть вроде? Что хуй не тренят? Да. Да, ты что, кожевка есть? Хуй его знает. Да, есть. 157 атаки. Не, вот. Так. Трофей пороть. Ну, бывает, так что ноль, что поделать. Характер такие. Что, на уню идем? Да, вот, пизду. Она всралась. Там лут ковнястый. В смысле? И Дима такой, в смысле? Ее убивает долго, шмот, по сути, говно. Вообще... Много шмоток 230 лучше, чем они. Нет, но сакета там говно полное. Блять, не могу найти. Давай. Роль тебе сферу. Ну все. Сейчас, сейчас. Сука. У меня с роллами выше 51 раз только. А потому что лагает. Да. Тканные наручи роль. Бля, там перчин сочные. Я бы спиздил. Хоть они и тканевые. Воет сотка. Ой, иди, короче, все. Ну, вот тебе что, надо, что ли? Ну да, у меня 33. Согласен. 226 даже. Не вариант. На инту тканный пароль. Давайте, вы никто не кинете ролла, я... Ну. У меня нет такой модели. Да, кстати. А, облачко надо. Ну ладно, отдам облачко. Да не надо мне, я так, я думал, вы на дистом ролите. Нет, я действительно на дистом. Тогда не надо. Удачи всем. Давай. Пока. Так. Надо хант или шаман? Ну, я заберу, если ханту не надо. Ну, ему точно не надо. Кинь ролл. А, или пусть, да, пусть мейт забирает. Мне это нахуй не надо. Арпа. Мне не надо, но я что заберу? Не, нет, ну, я думал, никого не нужно. Пусть мейт не забирает. Вару называется. Кольцо, боешная, рольте все. А вот самое вот эпичное надо было никому вот не говорить, что боешка. Я подождал, пока ливнул те, кто не заметил, что это боешка. Сами виноваты. Согласен. Пока. Подаван, кстати, почти забрал. Просто подряд. Да, бля, сука. Так, ну вот смотри, перчи я одеваю, да? Угу. Потом свои на место. Держи. Вот он, я сзади. Я не упали, зато боешку за.